И здесь вот сейчас происходит какое-то безумие просто. Не знаю, что это за порошки, из чего они. Здесь они безопасные, потому что тут в основном дети, конечно, вы видите, что происходит. Все в этих порошках разноцветно. Потом все вместе нырнут в реку, которая здесь рядом, чтобы помыться. Что мы делаем? Давай тянем. Даже собаку перекрашивают. Тоже измазали в эту хрень. Веселый чувак, который бегает и всех мажет. Получается, я теперь тоже немного кришнаид. Смешные,
честно, такого я еще не видел. Ну, пострадал тоже. Водой отмывается легко с кожи, а вот с этого не так просто. Вот, хорошо. То есть праздник обычно там длится несколько дней, когда уже не праздник касается земной. Но зимой бросаться не будет, да? Да я вытираю тебя! Бросаться не будет, все-таки мы как бы европейская страна. Итак, вот! Такое впечатление, что я попал куда-то в наркотический Гоа в Индию. Там бы это было, я думаю, в порядке вещей, никто бы даже не удивился. А здесь, конечно, это жесть. Все мажутся, и никто не думает, я не знаю, стирается она вообще с одежды или не стирается. Все так спокойно мажутся, и еще всякие мелкие дети подбегают сзади, на меня еще сыпят эту краску. Думаю, домой, когда приду, я буду в шоке, наверное. Фу, люди реально с ума посходили, блин. Очень хорошая публика, очень заводная, притом очень мирная. Давайте останемся до конца вечера такими. Да. Итак, наша программа продолжается. У нас будет еще много танцев, выступлений различных этнических групп и рок-групп, поэтому вы успеете еще и потанцевать, и попеть. Ну что, продолжает индийский танец наша замечательная танцовщица, которая приехала из Каменского. Лайфхак, как бесплатно покрасить ногти. Люди пользуются моментом. Вот женщина стоит, ногти красит. Девочка решила покрасить собачку. Собачка не сопротивляется.